Все, спасибо большое. Джайо Радха Мадава, Кунджаби Хари, Джайо Радха Мадава, Кунджаби Хари, Джайо Гопинджана Валаба, Джайо Гирива Радари. Джайо Гирива Радари. Джайо Гопинджана Валаба. Джайо Гирива Радари. Джайо Гирива Радари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана. Нандана Враджа Ранджана. Ямуна Тира Ваначари. Тира Ваначари. Джайо Радха Мадава, Кунджа Вихари. Джайо Радха Мадава, Кунджа Вихари. Джайо Гопинджана Валлабха, Джайо Гирива Радхари. Джайо Гирива Радари. Гопинджана Валлабха. Джайо Гирива Радари. Джайо Гирива Радари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана. Шодана Навраджа Джана Ранджа. Ямуна Тира Ваначари. Джайо Радха Мадава, Кунджа Вихари. Радха Мадава, Кунджа Вихари. Джайо Гопинджана Валлабха, Джайо Гирива Радари. Джайо Гирива Радари. Джана Валлабха, Джайо Гирива Радари. Джайо Гирива Радари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана. Яшода Враджа Джана Ранджана. Ямуна Тира Ваначари. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама,
Рама, Рама, Харе, Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе, Харе. Jaya Jagana, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshan. Jagana, Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshan. Jaya Nitengora Chandra, Nitengora Chandra, Nitengora Chandra, Jaya Nitengora Chandra. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Шрила Прабхупада ки, джай. Шрила Гуру Дева ки, джай. Гур Примананде. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо вам за возможность погрузиться в нектар Шримад Бхагаватам. Плюс еще сегодня удивительнейший день, да? Сегодня какой у нас праздник? Радха Ятра, да, сегодня в Джаганатхапуре Радха Ятра. И кроме того, сегодня день ухода Сварупы Дамодары, день ухода Чавананды Сена. Сварупа Дамодара – это ближайший спутник Господа Чайтаньи. В Джаганатхапуре он помогал ему создавать настроение Шримати Радхарани, и он является лолитой в играх Господа Кришны. И Шивананда Сен – это тоже удивительнейшая личность. Он являлся темпл-командером бенгальских вайшнавов, когда они шли в Джаганатхапуре, то есть он им обеспечивал все, пропитание, ночлег, то есть очень важная была личность. И один из его сыновей – это Кави Карнапура, то есть это тот, кто написал Гаура Ганадеша Дипику, связь между Гаура Лилой и Кришна Лилой, ну, в том числе он написал много что. Вот. И также мы сегодня заканчиваем читать третью главу седьмой песни, которая называется «Хираньякашипу решает стать бессмертным». У нас сегодня два последних стиха. Вьясубхирвасудевхирва, субхирвасуматхирва, сурасурамахорагайх, прасурамахорагайх, апратидвандватам юдхе, апратидвандватам юдхе, аикапатьям чадахинам. Сарвешам локапаланам, локапаланам, махиманам ядхатманахам,
Иманам Ядхатманаха, Тапояга Прабхаванам, Яга Прабхавана, Янариш Ятикархичит, Вясубхирва Суматхирва, Сура Сура Махорагайх, Апрати Двандва Там Юдхи, Аика Патьям Чадхинам, Сарвешам Лока Паланам, Махиманам Ядхатманаха, Тапояга Прабхаванам, Янариш Ятикархичит. Пожалуйста, повторите, дорогие преданные. Субхирва сумабхирва, сура сура махорагаих, апрати двандва там юдхе, аика патьям чадхинам, Сарвешам Лока Паланам, Махиманам Хапанакам, Тапояга Прабхаванам, Нариш Ятикархичит. Васубхирва Суматхирва, Сура Сура Махорагай, Апрати Двандва Там Юдхе, Айка Патьям Чадехинам, Сарвешам Лока Паланам, Махиманам Ядхатманаха, Тапояга Прабхаванам, Янариш Ятикархичит. Мададжи, пожалуйста. Ясубхирва Суматхирва, Сура Сура Махорагаи, Апрати Двандва Там Юдхе, Айка Патьям Чадхинам, Сарвешам Лока Паланам, Махиманам Ядхатманаха, Тапояга Прабхаванам, Янариш Ятикархичит. Пословный перевод и литературный перевод его божественной милости Шрилы Прабхупады, Шрилы Прабхупадаки. Джай. Вьясубхихи, неодушевленными предметами, ва или асумабхихи, живыми существами, ва или сура полубогами, асура демонами, маха урагайхи и гигантскими змеями, обитающими на низших планетах, апрати двандва там, отсутствие соперника, Юдхе в битве, Аика Патьям, абсолютную власть, Ча
и дэхи нам, тех, у кого есть материальные тела, сарвишам, всех, локапала нам, божеств, управляющих разными планетами, махима нам, славу, ядха, как атманаха, у тебя, тапах йога прабхаванам, тех, кто обрел свое могущество, подвергая себя аскезе и занимаясь мистической йогой. Яд, которое на, не, ришьяти, уничтожается. Кархичит, когда-либо. Сделай меня неуязвимым для всего живого и неживого. Не дай меня убить ни полубогу, ни демону, ни какому-нибудь гигантскому змею с низших планет. Тебе нет равных в бою. Никто не в силах сразить тебя. Так благослови же меня, чтобы мне тоже не было равных. Даруй мне полную власть над всеми живыми существами, включая божества, которые правят планетами, и всю славу, что сопутствует этому положению. А кроме того, надели меня всеми видами мистической силы, обретаемой в длительной аскезе и практике йоги, той силы, что никогда не утрачивается. Комментарий его божественной милости. Господь Брахма занял самое высокое положение во Вселенной благодаря своей длительной аскезе, практике мистической йоги и медитации. Хираньякашипу тоже стремился занять такое положение. Бывает, что человек теряет способности, которые он приобрел, занимаясь мистической йогой, подвергая себя аскезе или применяя какие-то другие методы. Однако способности, дарованные самим Господом, никогда не утрачиваются. Хираньякашипу хотел, чтобы Брахма наделил его именно такими способностями. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к третьей главе седьмой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Хираньякашипу решает стать бессмертным». Омагьяна тимирандасья гьянанджанан шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам яна бутале свайамах рупахта дамах падантисам нитьянанда хам науми сарвананда карам парам харинама прадам девам авадута широмани Нама Маха Ваданьяя, Кришна Према Прадаяте, Кришная Кришна Чайтанья Намне Гортвише Намаха, Нила Чалани Васая, Нитьяя Параматмане, Балабхадра Субхадрабхьям, Шри Джаганатхайте Намаха, Хе Кришна Каруна Синдо, Дина Банду Джагатпате, Гопиша Гопика Канта Радхаманта Намостуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхе Вриндаванешвари, Вришабану Суте Деви, Пранамами Хариприе, Ванча Калпата Румбьяща, Крипа Синдубья Эвача, Патитанам Паване Пьо, Вайшнаве Пьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Намом Вишну Падая Кришна Пришкая Талия Шимады Бхакти Вигьян Госвамин Тинамне Бхакти Вигьяна Самиктам Рада Мадава Савинам Хриди Хумау Чататама Падаршкам Намамихам Намом Вишну Падая Кришна Пришкая Талия Шимады Бхакти Виданта Свамин Тинамне Намасте Сарасвата Деве Горвани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пащатя Деша Тарине Джайши Кришна Чай Танья Прабунитян Иантах правишья мама вача мамам прасуптам санджива ятяхила шакти дарах свадамна
Аньям шчахаста чаран, шравана твагадин, прана намо бхагавате пурушая тубьям. Чтобы прославить Господа чистыми речами, я рассказываю тебе все, что услышала от своего духовного учителя и сумела усвоить, хотя я и не способна к этому. Иначе дар речи, которым я наделена, так и остался бы оскверненным. Дорогие преданные, мы заканчиваем главу, в которой Хираньякашипу, описывается, как Хираньякашипу совершил невероятнейшую аскезу. Он стоял только на больших пальцах, воздев руки кверху. И тело его было практически съедено было. Он жизненный воздух он сохранял только в костях и превратился в большой муравейник, который Брама, когда понял, где он находится, поливал своей водой из камандалы. И Хираньякашипу, понятно, что он совершал аскезу в гуне невежества. Говорится, что всегда в нашей практике должна быть аскеза, тапа, должна быть пожертвование дана и ягья, жертвоприношение. Но важно не только, что они есть по форме, но также по сути, то есть в какой гуне, с каким настроением, с какой целью они совершаются. И аскеза Хираньякашипу, ясно, что она совершалась в какой гуне? Невежество, потому что его цель была доставить, во-первых, первое, это потому что он очень истязал свое тело, а это уже гуна невежества, плюс он имел совершенно ужасную цель, то есть перевернуть все, стать правителем всего и перевернуть все мироздание, то есть так, чтобы за хорошие люди шли в ад, за хорошие поступки живые существа попадали в ад, за плохие в рай, ну и все поклонялись асурам, то есть такова была его цель, и он ее достиг. Вот. И здесь он в последних стихах этой главы, он как бы Господь Брама, он вынужден перед ним явиться, то есть такова его миссия в материальном мире. То есть материальный мир – это построен на причинно-следственных связях. То есть если есть какая-то причина, то должно последовать следствие. То есть есть причина, Хираньякашипу совершает ужасную аскезу, то есть должно последовать следствие, Господь Брама должен его удовлетворить, его желание, ради которого он совершает эту аскезу. И здесь мы читаем о том, значит, в предыдущих стихах читали о том, как Хираньякашипу, когда увидел Господа Браму, он тоже ему поклонился. То есть вот внешне духовная практика асуров, она похожа на духовную практику полубогов и других благочестивых личностей. Но есть отличить по форме, похоже, опять-таки, но есть отличительные признаки по содержанию. То есть для чего поклонялся Браме Господь Хираньякашипу? Для того, чтобы он ему дал те благословения, которые он желает. И более того, он его начал прославлять как верховную личность Бога. То есть он рассказывал о нем так, как, в общем-то, прославлял его теми словами и описаниями, которые не соответствуют Браме, а соответствуют верховной личности Бога, для того, чтобы подольститься к нему. То есть это достаточно такое было неискренне. Неискренне еще потому, что он хотел занять пост Брамы. То есть он поклонялся Браме не потому, что он, в общем-то, почитал его, то есть или не только поэтому, а также потому, что он в конце концов хотел занять его пост. То есть таково положение в материальном мире, когда подчиненные прославляют начальника и мечтают его сбросить и занять его место. И в какой-то момент Вишванат Чакравати Такур в комментариях своих к этим стихам говорит, что Хираньякашипу подумал: «Довольно прославлений. Теперь уже пора переходить к вознаграждению». То есть я тебя прославил, переходим к вознаграждению. И он хотел получить бессмертие, но он четко отдавал себе отчет, что Господь Брама не может дать ему бессмертие, поскольку мы не можем дать то, чего у нас нет. То есть вот если кто-то к нам подойдет и начнет просить у нас $1000, то как бы мы к этому человеку хорошо не относились, если у нас их нет, мы не сможем ему дать, как бы мы ни старались. Точно так же и бессмертие. Господь Брама не мог дать Хираньякашипу бессмертие, потому что он сам им не обладал. Бессмертие может дать только верховная личность Господа. И поэтому он поступил хитроумно. В комментариях Шрила Прабхупада говорит: хитроумный Хираньякашипу. То есть он решил пойти методом исключений, исключить все то, что может принести ему смерть.
И смерть бывает как насильственной, так и естественной. Поэтому он продумал, как надо исключить насильственную смерть и как надо исключить естественную смерть. Вот. И он, поэтому он в предыдущих стихах он просил, чтобы его не могли убить никто из сотворенных Брамой существ. И он полагал, что все, вот даже Вараха, он ненавидел Господа Вишну, потому что понимал, что в форме Варахи он убил своего, его брата Хираньякшу. Но он при этом считал, что Вараха – это все равно форма, сотворенная Господом Брамой, то есть таково было его заблуждение. И поэтому он сказал, что его не должен убить никто, никакое живое существо, которое было сотворено Брамой. Но при этом он понимал, что да, Вараха туда вошел, он меня уже не должен убить, по его мнению, но остается Вишну. Вот. И Вишну как его может убить? И Хираньякашипу понимал, что Вишну его может убить, запустив в Сударшина чакру. Поэтому он выдвигает следующее требование. Меня не должно убить никакое оружие. Вот. Потом также он перешел, чтобы уже точно еще больше, как бы наверняка суметь исключить все, что может его убить, он перешел к описанию мест. То есть его нельзя убить ни внутри, ни снаружи. То есть он не может быть ни убит в помещении, ни вне помещения. И также он сказал, что меня нельзя убить ни на Земле, подразумевая семь нижних планет, ни в небе, подразумевая семь высших планет. То есть так он исключил все 14 планет. Также он занялся временем. Меня нельзя убить ни днем, ни ночью. То есть так он уже начал исключать не только насильственную смерть, но также и естественную смерть. Он не должен умереть ни днем, ни ночью. То есть как бы все, естественная смерть не может наступить. И нигде это, в никаком месте естественная смерть не может наступить. Он исключил все нижние планеты, высшие, внутри дома, снаружи дома. Вот, поэтому, казалось бы, он все, что мог, перечислил, но здесь он еще раз, на всякий случай, перечисляет все живые существа и добавляет, что меня должны не убить ни подвижные, ни неподвижные живые существа. И также он уже решил, что он полностью себя обезопасил от всех возможностей умереть, перечислив все живые существа, все места, все время, все, уже, все оружие, ничего не должно его умереть. Также он добавил на всякий случай суры-асуры, джай шишинитай гурачандра, джай джаганатбодэвсу. И могущественные змеи с нижних планет. И после того, как он обезопасил себя от смерти, по его мнению, он перешел к могуществу. То есть кроме того, что он хотел стать бессмертным, он еще хотел стать самым могущественным. И он прославил Господа Браму, сказав, что тебе нету равных в битве, поэтому я хочу, чтобы обладать таким же могуществом, чтобы и у меня не было никаких противников в битве. Также я должен быть правителем всего, что только есть, и повелителем всех живых существ, которые имеют тела. Также я должен быть повелителем даже тех полубогов, которые управляют планетами. И также, кроме того, что я хочу обладать вот такой вот властью, мне еще очень важно, чтобы у меня была слава, соответствующая моему положению, которую ты мне дашь. То есть он еще попросил и славу. Вот. И также, это тоже ему еще было недостаточно, он попросил, чтобы у него было все могущество, которое можно получить в результате аскез, и плюс все мистические совершенства, которые можно получить в результате занятий мистической йоги. Но и этого недостаточно. Ему нужны было не просто могущество от аскез и 8 совершенств, но такие, которые никогда не исчезнут. То есть мы знаем, что если мы сами чему-то учимся или сами достигаем какого-то могущества на своем уровне, если мы это перестаем практиковать, оно уходит, да? То есть если вот такой великий йог, скажем, хатха-йог занимается, но если он прекращает, он теряет свои способности. Но он попросил способности по качеству, равные способностям тем, которые даются как благословение от Верховной Личности Бога. Понимая, что те благословения, которые дает Верховная Личность Бога, они никогда не иссякнут. То есть таким образом он попросил очень мощное благословение от Господа Брамы. И он действительно был хитроумным, потому что если бы он просто сказал «дай мне бессмертие»,
то Господь Брама имел бы право сказать: «Я не могу, это не в моих силах, обращайся к вышестоящим инстанциям и уйти». Но чтобы этого не произошло, он произнес целую такую речь, хитроумную, логическую, построенную на его не слабом интеллекте. Вот. Но тем не менее мы знаем, что Господь все равно нашел способ так поступить, чтобы с одной стороны не дисквалифицировать Браму, то есть он сохранил все вот эти благословения, которыми Брама наделил Хираньякашипу. Но и с другой стороны, он его все-таки уничтожил. То есть, и когда-то мы обращались к Ачютаприи и спрашивали, что вот почему так, почему Господь Кришна всех ключевых фигур на поле Курукшетра убил нечестным образом. Да? Вот если мы вспомним, как там погибли основные воины, непобедимые, в общем-то, то они погибли с наставлений Кришны и нечестным образом все. И мы спросили Ачютаприи, ну как же так? Ведь Господь Ачьюта, Он непогрешимый, и Он сказал, что Он, Господь, Он также самый величайший обманщик. И с обманщиками Он себя тоже ведет как обманщик. То есть действует вот это правило, что как ты с меня с собой, как ты ко мне относишься, так и я к тебе отношусь. И точно так же Он проявил себя здесь. То есть Он тоже с Хираньякашипу, который тоже проявил такую себя провел как обманщик. То есть да, он все сделал, все благословения сохранены, но тем не менее Хираньякашипу расстался со своей жизнью. Вот. И благословение – это важнейшая вещь. Да? То есть здесь сказано, что те благословения, которые даются Верховной Личности Господа, они никогда не прекращаются. То есть, и кроме того, мы должны понять, что когда мы действуем, то мы, то, что принадлежит нам, это желание и усилие. То есть мы чего-то хотим, прилагаем для этого усилия. Но силу, чтобы это выполнить, и плоды, которые мы получаем, дают нам высшие силы. Ну, конечно, в конечном итоге Господь, но как-то, может быть, через полубогов, через преданных, в зависимости, к кому мы обращаемся за благословениями. И поэтому благословение – это величайшая сила, которые мы не должны пренебрегать. И часто преданные просят дать им те благословения или иные, но высшим совершенством считается вести себя так, чтобы старшим самим захотелось дать благословение. То есть вот это как бы высшее совершенство, как получать благословение. И здесь мы с вами так поговорили о тех благословениях, которые попросил Хираньякашипу. И мне хочется, чтобы мы с вами сравнили с благословениями, которые получали другие личности. Если мы возьмем Бхагаватам, то в Бхагаватам невероятное количество описаний, как аскезы совершали разные личности, как к ним приходили сильные мира сего, либо Господь, Верховная Личность Бога, и они просили благословений, и их наделяли этими благословениями. И я хочу привести несколько известных всем нам примеров. Например, Притху Махарадж. Да? Притху Махарадж, он совершал тоже множество жертвоприношений. Он является тем, кто достиг совершенства, совершая метод арчаны. И когда к нему пришел Господь Вишну на арену его жертвоприношения, то и сказал: «Проси благословений», то он такие молитвы произнес. И одна из них, это Притху Махарадж попросил: «Я хочу от тебя другого благословения. Награди меня по меньшей мере миллионами ушей, чтобы я мог слушать хвалу твоим лотосным стопам, льющиеся из уст твоих чистых преданных». То есть отличается это благословение, ну, это просьба, которую он просит, да. Потом также Друва Махараджа, он два раза описано в Шримад-Бхагаватам, когда он получал благословение. Один раз, когда пришел к нему Господь, когда он совершал непосильные аскезы для пятилетнего мальчика. И второй раз, когда Друва Махарадж убивал очень много якшей из-за того, что один из якш убил его брата, и тогда к нему пришел Свайамбхува Ману, который увидел, что он уже поступает неправильно, и дал ему свои наставления. Друва Махарадж понял свою ошибку, перестал уничтожать якшей, и повелитель якши – это Кувера. И Кувера, увидев, что Друва Махарадж перестал их уничтожать и раскаивается, он пришел к нему и предложил Друве Махарадже любые
благословения, любые богатства. А Кувера, он никто иной, как казначей полубогов. То есть у него можно было получить несметные богатства, которые даже невозможно представить. Но Друва Махарадж, он попросил у Куверы даровать ему непоколебимую веру в Бога и твердую память, чтобы он ни на мгновение не забывал о Верховной Личности. Ибо человек, помнящий о Господе, может без труда пересечь океан невежества, практически непреодолимый для всех остальных. То есть он попросил непоколебимую веру в Бога и твердую память, чтобы всегда помнить о Боге. То есть все, что ему надо было, ему он не попросил никаких иных благословений у Куверы. То есть это тоже мы видим, что это просьба, ну и Кувера дал ему эти благословения с удовольствием, направлена на совсем другое, она не приносит вреда никому, то есть она идет на пользу самой личности и всем, в отличие от того, что просил Хираньякашипу. И также важно, что Кувера был очень доволен, когда он давал эти благословения. И еще тоже интересный момент Кардама Муни. Кардама Муни, он тоже совершал длительные аскезы, и перед ним явилась Верховная Личность Бога. И помните, вот что он попросил Кардама Муни? Кто-то помнит? Это удивительное благословение, которое он попросил. Он сказал, произнес такую молитву: «Твои лотосные стопы, обращаясь к Господу, это корабль, на котором можно пересечь океан материального неведения. Лишь те, чей разум украден иллюзорная энергия Господа, поклоняются этим стопам ради ничтожных и приходящих чувственных удовольствий, которые доступны даже существам, гниющим в аду». То есть он сказал, что это очень плохо, когда мы просим у Господа материальных каких-то вознаграждений, потому что Господь способен дать высшее, Он способен дать освобождение из материального мира и способен дать любовь к Нему. Но дальше очень интересно, как продолжает Кардама Муни. Он говорит: «Но ты, мой Господь, так добр, что даже таким людям, вот таким, которые просят у тебя материальных вознаграждений, даруешь свою милость. Поэтому я, желая получить в жены девушку, близкую мне по складу характера, которая в семейной жизни станет коровой, исполняющей все желания и утолит мое вожделение, тоже ищу прибежище у твоих лотосных стоп, которые являются источником всего сущего, ибо ты подобен дереву желаний». То есть Кардама Муни, он не попросил как бы духовных благословений, а попросил, чтобы ему дали жену. Да? То есть вот удивительный такой момент, но тем не менее мы можем из него взять для себя такой извлечь урок, что мы должны просить то, что соответствует нашему нынешнему положению. Да? Как говорится, там, говорится в одной из молитв, сейчас я не могу вспомнить, чью, может, вспомню, или вы напомните, что когда человек голоден и хочет есть, это молитва царя Читракету, когда к нему Ангира Муни пришел, и Ангира Муни хотел ему дать духовное наставление, но он увидел, что царь полностью погружен в материальные проблемы. И когда он его спросил, что ты хочешь, он говорит, что как человек, который очень хочет есть и пить, если его начинают умощать сандаловой пастой и предлагают ему гирлянды, это его никак не удовлетворит. То есть просьба должна быть соответствовать нашему положению. Если мы хотим есть и пить, мы должны просить о еде и питье. И Читракету, он сказал: «Я хочу сына». Вот. Это самое мое желание, и не хочу больше вообще ничего, и ни о чем думать не могу. То есть, и здесь Кардама Муни, он сказал, что у меня есть вожделение, и поэтому я хочу вот девушку, которая достойна мне. Вот. И тоже еще очень интересные благословения. Это благословения, которые попросил Деваки и Васудева, и Нанда и Яшода. Да? То есть вроде бы их просьбы были приблизительно одинаковые, да? Потому что и те, и другие – это вечные родители Верховной Личности Бога. И они просили, чтобы Бог был их сыном. Но они достигли этого по-разному и получили разный результат. Это еще раз показывает, насколько важно вот умонастроение и цель, которую мы ставим. Деваки и Васудева в предыдущей жизни, они были Сутапа и Пришни. Да? И они совершали величайшие аскезы. Они 12 тысяч небесных лет совершали аскетические подвиги. То есть они ели только сухие листья, были одеты в кору, занимались медитацией 12 тысяч небесных лет.
И Господь остался ими очень доволен и пришел к ним. И сказал, что как лучший из тех, кто дарует благословение, я явился перед вами в том облике Кришны, в этом облике Кришны, и прошу, спрашиваю вас, какое благословение вы хотите? И тогда вы сказали, что хотите сына точно такого же, как я. То есть они хотели получить сына точно такого же, как Кришна. Ну, то есть Кришна. Кришна говорит, другого такого нету, значит, я стану вашим сыном. То есть они как бы хотели это для себя, да? То есть они хотели оставаться в материальном мире, не думали об освобождении, хотели получить такого сына. Ну, и получили. Вот. Нанда и Яшода, они были Дроной и Дхарой в предыдущих жизнях, и они совершали, ну, может быть, для нас очень суровую аскезу, пару лет постились на Двадаши. То есть понятно, что эта аскеза, она, в общем-то, несравнима с той аскезой, которую совершали Сутапа и Пришни. И к ним пришел Господь Брама и спросил, что они хотят. И они сказали, пожалуйста, позволь нам родиться на земле, чтобы после нашего явления Всевышний Господь, Верховный Повелитель и Владыка всех планет, тоже появился там и открыл всем родившимся в материальном мире высшую цель жизни – преданное служение, при помощи которого они легко смогут освободиться от мучительного материалистического существования. Отличается их просьба? Отличается. То есть Деваки и Васудева хотели иметь сына, хорошего, очень хорошего. Ананда и Яшода, они хотели, чтобы у них родился сын, и они так его любили, показывали такие отношения с ним, что все остальные, видя эти отношения, сразу же хотели оставить эту материальную жизнь и отправиться в высшую обитель. То есть они как бы это сделали ради других, то есть их цель была не эгоистична. И что в результате получилось? В результате получилось, что Нанда и Яшода, они воспитывали маленького Кришну и получили самое, что ни на есть сокровенное и сладкое, его детские игры. Да? То есть вот они получили больше такие. То есть благословения очень важны, то есть мы тоже должны получать благословение старших преданных своего Махараджа, но всегда понимать, что они должны соответствовать нашим искренним истинным желаниям на данный момент, которые есть, плюс вести нас в лучшее состояние духовное. И кроме того, они должны быть в гуне как минимум благости, то есть не причинять вреда никому. То есть благословение типа Хираньякашипу лучше не получать. То есть этот пример в Шримад Бхагаватам, он дается, как не надо просить благословения и совершать аскезу. И также хотелось бы сегодня поговорить о Радхаятре в оставшееся время. У нас еще есть, я так понимаю, минут 15, да? И прославить для удовольствия Джаганнатхи Баладевы и Субхадры, потому что сегодня важнейший день, сегодня день Радхаятры. И мы уже немножко об этом говорили перед Снанаятрой, что Радхаятра – это не отдельная лила Господа в Пурушоттамакшетре, это часть его большущей лилы, которая длится целый месяц и начинается в Пандавой Экадаши со свадьбы Лакшми и Джаганнатхи. Потом она включает Снанаятру, а на Васаракалу период, когда Господа нету, на Авайованам, когда он приходит в обновленном обличье, Гундича Марджану, когда убирается храм Гундича, и потом Радхаятру, поездку Господа в храм Гундичи Сундарачалу и поездку обратно в храм Шримандир. Вот. И, то есть это гигантская-гигантская лила. И она важна для Днепра очень сильно, потому что как-то так получилось, что в Днепре Радхаятры начали проводить с 89 года, то есть давно. И это было, наверное, одно из первых мест на Украине, где начали проводиться Радхаятры. И первая Радхаятра, я так не успела расспросить всех наших старших преданных как-то. Ну, я думаю, что это можно будет на Брамотсову сделать специально, чтобы сейчас не комкать. Но, в принципе, первые Радхаятры, они проходили на паланкине. То есть какие-то божества Джаганнатхи стояли на паланкине, и преданные их носили по фарку глобы. И это таковы были первые Радхаятры, и мы даже видели фотографии их. Потом были сделаны фестивальные божества. Прадьюмна Прабу вырезал фестивальные божества, которые по сей день выезжают на Радхаятру. Наши божества Джаганнатбады и Субхадра, которые
находятся у нас на алтаре, они физически на Радхаятре ни разу не были, ну, насколько я могу знать. То есть всегда выезжают фестивальные божества на Радхаятру. И потом как-то Вибхути Жакти, который был президентом в то время, он рассказывал, как он был, ну, где-то в Дхаме, я не помню точно, где это был, почему-то мне кажется, Вриндаван, но может и не Вриндаван. И там он попал на семинар о том, как строить радхи, как нужно делать колесницы. И он говорит, что он там был чуть ли не единственным слушателем, но у него была очень сильная привязанность к, тем самым, к Радхаятре. И он как-то говорил, что даже еще когда он жил в Крыму, то в Ялте они проводили на набережной Радхаятру. И там он получил чертежи и какие-то знания о том, как делать колесницы, приехал в Днепр, и была построена колесница. Вот Георгий, он участвовал, и другие преданные участвовали в строительстве колесницы. И после этого уже начались радхаятры, когда была настоящая колесница, фестивальные божества, и, может, из вас тоже кто-то помнит то время, когда Радхаятра, она была не на набережной, а она шла по центральному проспекту, это был величайший праздник, весь город был заклеен афишами, очень много людей собирались, потом заезжали в парк Глоба, это продолжало несколько дней, там проводилась ягья, большая раздача просада, то есть это был такой фестиваль в рамках города. Сейчас вот несколько лет он не проводился из-за всяких ограничений, пандемии и прочего, и сегодня тоже будет проводиться это Радхаятра, и она будет проводиться в Новом Майяпуре. И вот как-то я больше привязана и погружена к версии Радхаятры, которую неоднократно рассказывал Мадхавананда Прабху, ну и мы здесь ее неоднократно рассказывали. То есть как лилия, которая просто части лилы, которая вот всей большой лилы. Когда Радхаятра, это вот начинается, как мы уже сказали, с Пандавой Экадаши, точнее, это лила начинается с Пандавой Экадаши, потом Господь засыпает богиня Лакшми, и после того, как она 14 дней лечила Господа Джаганатху, Господь Джаганатха развязывает одежды, которыми они были связаны после свадьбы, и убегает к своим девушкам во Вриндаван. И богиня Лакшми разгневана на пятый день после того, как он уехал, она Хирапанчами едет туда, устраивает со своими служанками Девидаси погром, чуть-чуть ломают колесницу Господа, то есть делают вот такой там, наводят такие беспорядки. Она дует волшебное зелье в лицо Джаганатхи, чтобы его вернуть назад, чтобы ее муж вернулся, возвращается, все ей славу оказывают, почести, все прославляют как можно, потому что богине Лакшми поклоняются все, говорят, что она права, Джаганат не прав, и это называется Лакшми Виджайотсава, то есть победа Лакшми. Вот. Ну, потом Господь Джаганатха возвращается, она его не пускает, он надевает золотые одежды, потом всяческие серенады, всяческие, он как может ее пытается умилостивить, царь Пури даже приходит, пытается семейный конфликт уладить. То есть вот такая версия. Они одевают золотые одежды, чтобы показать, что они тоже ничего. Вот больше того, около тонны золота литые короны, литые руки-ноги, то есть очень такие дорогие одежды. Ну и потом в результате всех подарков, в результате всего Лакшми все-таки Господа Джаганатху пропускает в Шримандир, в Нилачалу. И это такая арийская версия. И как бы я вот, может быть, так чуть-чуть догадывалась, что есть и другие трактовки Радхаятры, но как-то мне эта версия была очень близка, Мадхавананда Прабху очень ярко ее рассказывает. И мы когда были на 20-летие Господа Джаганатхи, в Новом Майяпуре, то мы тоже вот такую вот версию там проводили целый день. У нас была Радхаятра, и мы все это делали. Но, тем не менее, есть другая, очень сокровенная версия, которая требует, может, здесь очень много действий, она может проще, но есть сокровенная версия, которая основана на чувствах Господа Чайтаньи, и которую именно открыл Господь Чайтанья, когда был в Джаганатхапуре 500 лет назад. И, в принципе, Радхаятра проводится очень давно. Если говорится, что Господь Джаганатха был установлен в виде
деревянных муртиев в Джаганатхапуре 153 миллиона лет назад, то есть достаточно давно, то Ратхаятра там чуть позже, чуть на сколько-то там, миллионов позже началась, но тоже, в общем-то, очень-очень давно. И говорится, что она будет проводиться до конца правления Господа Брамы. И это гигантский-гигантский фестиваль. Это самый большой религиозный праздник во всем мире, потому что он собирает миллионы людей. И, кроме того, он очень сложный по подготовке, он очень дорогостоящий. Бюджет на него выделяет правительство Орисы, то есть это их такой главный праздник. И эти колесницы, у нас все божества едут на одной колеснице, как-то так получилось. Я никогда не видела, чтобы у нас было три колесницы. Ну, только разве что, если мы в виде машин едем. Вот. Но если обычные колесницы, то у нас одна. Но в Джаганатхапуре сооружается три колесницы. И их начинают сооружать с дня благоприятного для всех начинаний, с Акшая-Третии. С Акшая-Третии, то есть это где-то с мая месяца, да, с начала мая, и вот по сей день строятся эти три колесницы. Каждый раз строятся новые колесницы. И эти колесницы, они очень большие, они полностью деревянные. И у Джаганатхина колесница, она в высоту 13,5 метров и весит 65 тонн. Колесница Балабхадры, она больше, потому что он старший брат. И у нее 14 колес у Джаганатхи. По 14 спиц в каждом колесе. Колесница Балабхадры, она чуть выше, на полметра выше, она 14 метров. И в ней 16 колес по 16 спиц в каждом колесе, потому что он старший. Да? Вот. И также Субхадра, это 13 метров, она чуть ниже. В ней 12 колес по 12 спиц в каждой. То есть это гигантские-гигантские сооружения. То есть это 14 метров, это где-то 4-этажный дом, 4-5-этажный дом. Вот такой высоты эти колесницы. И божества, они 3-метровые, они на этих колесницах. Это очень величественное зрелище. И они украшены множеством зеркал и множеством опахал, хвостов яков. Это считается такое ценное украшение. И эти колесницы, они имеют свои имена, и важен порядок колесниц. Колесница Джаганатхи называется Нанда-Гош. Нанда – это блаженство, Гоша – шум. То есть, когда она едет, то этот шум, он вызывает блаженство. То есть, Джаганатх, он связан с блаженством всегда. На вершине его колесницы находится Гаруда, и его флаг называется Трилока-Махини, то есть тот, кто очаровывает все три мира. Балабхадра, его колесница называется Тала-Двадж. Тала – это ритм, а Дваджа – символ. И ритм, он создает такой ритм, который сравнивают с ритмом танца уничтожения Вселенной, то есть колесница Балабхадры. Но в то же время это очень блаженный звук. И это не случайно, потому что Шива, Господь Шива, он экспансия Санкаршаны, то есть Баладевы. И на его вершине находится Хануман. Флаг называется Унмани, возвышающий. Колесница, на которой едет Субхадра, называется Дарпа Далана, то есть та, которая сокрушает гордость. И у нее на вершине находится лотос, а флаг называется Анандамбика, то есть дающая Ананду, пробуждающая сознание Бога во всех, кто видит его. То есть вот такие вот три колесницы, не случайно так названы, и у них ничего случайного на них нету. И порядок колесниц таков, что первый едет Балабхадра, Баларама. То есть он духовный учитель, он изначальный духовный учитель, и нужно принять его, то есть обратиться к нему. Когда ты принимаешь духовного учителя, ты начинаешь заниматься преданным служением. Это олицетворяет Субхадра, потому что она одновременно йога-майя и маха-майя, то есть и она подательница бхакти, то есть по ее милости мы можем находиться либо в маха-майе, либо в йога-майе. И также она сокрушает гордость, вот название ее колесницы. То есть мы для того, чтобы приблизиться к Кришне, мы должны полностью избавиться от гордости. И последняя колесница – это колесница Господа Джаганатхи. То есть только приняв духовного учителя, только занявшись преданным служением, избавившись от Махамайи и гордости, мы можем получить просветление, то есть приблизиться к Господу Джаганатхи. Таков порядок. И
Гор Говинда Махарадж, он говорит, что в своей книжке «Берег разлуки» он описывает Джаганатху, как он Айшварья Мадхурья Югала Милана. То есть Айшварья – это величие, Мадхурья – сладость, Югала – это вечно новое, Милана, ну, то, что они вместе находятся. Да? Но мы с вами знаем по нашему учению, что Айшварья и Мадхурья ну, как-то особо вместе не уживаются. Да? То есть можно неоднократно найти стихи в священных писаниях, где говорится, что Айшварья, она сжимает любовь. То есть если есть у человека преклонение перед величием Господа большое, то его чувства любви сжимаются. И также об этом есть стихи в Чайтанья Чаритамрите. Но тем не менее, Гор Говинда Махарадж, он так говорит. И почему? Да? Почему? Потому что это описание именно Господа Джаганатхи. Нилачала, Джаганатхапури – это необычное место, где действительно есть внешняя и внутренняя сторона. И внешняя – это невероятная Айшварья, то есть это дварака. Айшварья – потрясающая у Господа Джаганатхи. То есть та пышность, с которым ему поклоняются, не имеет равным в мире. То есть это Айшварья. Но в то же время это не просто Айшварья, то есть это не просто храмы, подобные южноиндийским храмам, да, где очень божества, все в золоте, где все очень роскошно, где паланкины невероятной красоты, где их вывозят на этих паланкинах каждый день. Ну, то есть Айшварья зашкаливает тоже. Но в Джаганатхапуре есть второй важный пласт. Господь Джаганатха, он проявляет очень сладкие лилы, и это Мадхурья. И его сладкие лилы – это снана ятра, это тоже то, что он уходит на какое-то время. Если понимать, что это за лилы, они очень сладкие. И так он проявляет одновременно Мадхурью. Та же Радхаятра в понимании Господа Чайтаньи. То есть здесь эти два качества мистическим образом сплетены вместе и не мешают. Одно другому не мешает проявление. То есть это такое потрясающее место, которое называется еще Гупта Вриндаваном, скрытым Вриндаваном. И в то же время то, что принес Господь Чайтанья, вот такая сфера, которая для меня еще закрыта, но я попробую как бы что-то сказать, потому что надо погружаться в эту сферу. И для меня это было некоторым открытием. Как-то Гуру Махарадж в Новом Майяпуре проводил ретрит, который был посвящен Джаганатхе. И одним из моментов там было описание Радхаятры. И я, зная как бы вот эту лилу Радхаятры в арийском варианте, то есть то, что мы говорили, это арийский вариант, вариант Джаганатхапури, основанный на местных писаниях. Зная ее, думала, что сейчас ее будут рассказывать. И была крайне удивлена, когда начали рассказывать, ну, там были разные лекторы, и часть из лекторов начала рассказывать о Вриндаване. Совершенно как бы ну, никак не связано с Радхаятрой, там, настроением Нанды Яшоды, настроение Гопи. Я как-то так сразу опешила, не совсем могла понять, при чем здесь это. И на самом деле это имеет прямую связь, и это настроение Господа Чайтаньи. То есть говорится, что Радхаятра в том глубочайшем скрытом толковании, которое дает Господь Чайтанья, это настроение гопи на Курукшетре. И это настроение очень необычно. Ну, я, наверное, не имею никакой квалификации об этом говорить, и это будет чисто информационный рассказ, потому что на самом деле, чтобы об этом говорить по-настоящему, нужно в это поглубиться, углубиться и очень переживать эмоционально. То есть, ну, то, что я еще не могу делать, но хотя бы начнем с информационной части. И Радхаятра в настроении Господа Чайтаньи – это настроение преданных из Вриндавана на Курукшетре. То есть мы знаем, что в Шримад-Бхагаватам, в 82 главе, описано, как во время солнечного затмения все жители Вриндавана пошли на Курукшетру, потому что солнечное затмение – это столь неблагоприятная вещь, что нужно принимать омовение в священных реках, находиться в священных местах, совершать там яги, и вот они туда пошли. Но опять-таки пошли не все. То есть Господь Кришна так сделал, чтобы туда не пошли гопы. То есть пошли его мать и отец, пошли гопи, а гопов как бы он внушил такое понимание, что гопы должны остаться во Вриндаване со всеми коровами, но не брать же коров миллионы и не тащить же их с собой.
Но он, у этого тоже есть скрытый смысл, что просто он не хотел, чтобы гопы ему мешали встречаться с гопи на Курукшетре, потому что мешают они, отвлекают. Вот. И поэтому это настроение жителей Вриндавана. То есть жители Вриндавана пришли на Курукшетру, и они увидели Господа. Представьте, они увидели его после многих-многих лет разлуки, мы не будем погружаться, мы все знаем, в каком несчастном состоянии внешне был Вриндаван, когда Господь Кришна оттуда ушел. И вот у них очень смешанное чувство. С одной стороны, невероятная радость, что они видят Господа, а с другой стороны, обида, особенно у гопи, на то, что он сказал, что я вернусь, и не вернулся. То есть у них вот такое вот смешанное чувство на Курукшетре. Вот. И также радость у них, смешанное чувство на Курукшетре также проявлялось в том, что с одной стороны радость встречи, а с другой стороны обстановка совершенно не та, в которой они бы хотели видеть в Господа. То есть совершенно не Вриндаван, обстановка очень помпезная. Кришна весь в царском облачении, слоны, царское величие, то есть с одной стороны радость, а с другой стороны не та обстановка. И третье, они понимали, что они его встретят, но встретили очень здорово, но это будет длиться очень кратко. Они, ясно, что он поедет в Двараку заниматься дальше своими государственными делами. То есть вот настроение на Курукшетре было по этим причинам смешанное. С одной стороны радость, которая невероятная радость, а с другой стороны к ней примешивалась печаль. Печаль и обида, то есть вот такое смешанное настроение. И вот такое смешанное настроение – это тоже характеристика Джаганатхапури. То есть если копаться глубоко, то в Джаганатхапури тоже есть вот настроение Курукшетры всегда. То есть вот такое вот одновременно радости и одновременно печали. Вот, и да, уже не будем читать. Мы можем сами прочитать 13 главу, в нее надо погрузиться. Как Господь Чайтанья, он в настроении Радхарани произносил стихи, связанные с разлукой с Господом. И вот я затрону только последний важный момент. Мадхавананда Прабу, он говорит, что в Чайтанья-чаритамрите есть стих, где Кришнадас Кавирадж говорит, что Господь Чайтанья и его спутники, они праздновали все фестивали Господа Джаганатхи, которые проводили в Джаганатхапури. И возвращение Радхи домой, назад, из Вриндавана в Шримандир, это тоже фестиваль. И он задался вопросом, как Господь Чайтанья и его преданные праздновали этот фестиваль, что неужели они тащили, когда мы тащим колесницу из Шри Мандира в Гундича Мандира, это мы Господа во Вриндаван тянем, а когда мы его тянем из Гундича Мандира в Шри Мандир, значит мы его из Вриндавана увозим. И он задался вопросом, неужели Господь Чайтанья и преданные, его преданные тоже увозили Господа из Джаганатхапури. И он из Вриндавана. И он задавал этот вопрос разным знатокам, махатмам в Джаганатхапури, известным ученым, и получал разные ответы. Большинство ответов было такое, что Господь Чайтанья не участвовал в этом, вообще не участвовал. Но в то же время он говорит, что написано в Чайтанья-чаритамрите, что он участвовал во всех фестивалях. И тогда он нашел одно из первых жизнеописаний Господа Чайтанья, его биографию, написанную Мурари-гуптой, где говорилось, что Господь Чайтанья шел за колесницей. То есть он ее не тянул, но он шел за ней. И тогда он еще там, в общем, так или иначе, открылось такое понимание, что когда колесница уезжает из Гундича Мандира, то это равнозначно тому, что Акрура увозит Кришну и Балараму из Вриндавана в Матхуру. То есть вот такую трактовку давал Господь Чайтанья. И Господь Чайтанья в настроении Шримати Радхарани и все его преданные просто печально шли за этой колесницей. Вот. В общем-то, так по Радхаятре можно, наверное, рассказывать много часами и лекциями. Наверное, вопросов нету, все понятно. Грандарад Шримад Бхагаватам Ки. Джай. Шрила Прабхупада Ки. Джай. Гаур Премананде.